К юбилею Ассамблеи народа Казахстана готовится дорожная карта о мерах согласия. Этот документ объединит в себе многолетний опыт работы Ассамблеи в сфере межэтнического и межконфессионального согласия. Накануне в Алматы прошло заседание Совета Ассамблеи. Главные вопросы – реализация поручений главы государства, данных на первой сессии АНК, а также организация и проведение года Ассамблеи народа Казахстана в 2015-м. Заместитель председателя АНК Ералы Токжанов сообщил, что сейчас готовится проект указа президента об объявлении года Ассамблеи народа Казахстана и разрабатывается национальный план мероприятий. Они пройдут во всех регионах страны. До окончательного утверждения остается еще месяц, и у руководителей этнокультурных объединений еще есть время, чтобы внести свои предложения. Это год юбилейный для Ассамблеи народа Казахстана. Значит, все мероприятия, он имеет государственное значение. Поэтому в рамках всех мероприятий, это около 67 мероприятий, значит, все основные мероприятия будут посвящены общественно-политической ситуации, безусловно, межэтническим, межкультурным взаимоотношениям Казахстана, научно-экспертной аналитической работе, и, безусловно, будут проходить крупные организационные мероприятия. Это начиная уже с следующего года, открытия года Ассамблеи народа Казахстана, безусловно, юбилейная сессия Ассамблеи народа Казахстана и, конечно, 1 мая.